Реальные и потенциальные инвестиционные проекты сегодня обсудили в администрации. В Серпухове планируется запуск завода по изготовлению упаковки и одноразовой посуды. Общая сумма российско-испанского проекта – 300 миллионов рублей. Почти такая же сумма будет вложена в производство пивоваренного завода. Земельный участок под цех уже выделен. На заводе будет трудиться 125 человек. Новые рабочие места предоставят и новый гостиничный комплекс. На 2018 год запланировано начало его строительства на улице Северное шоссе. Более 700 миллионов рублей освоят уже действующие в городе предприятия при реализации своих новых проектов по модернизации и расширению производства. Глава Дмитрий Жариков при тщательном обсуждении всех этих планов дал поручение помогать инвесторам в оформлении документов, разъяснении прав их и возможностей. По каждому инвестиционному проекту должен быть конкретный человек. Не знаю, возьмите на троих, на четверых разделите. Вот, пожалуйста, КУИ, торговля, экономика. За каждым проектом должен быть конкретное лицо ответственное, архитектуру еще добавьте. Вот что кого-то Асеев ведет, кого-то, не знаю, там Падалкин, кого-то Пискарева, берет за руку и водит по кабинетам.